настоящий момент у нас проводится капитальный ремонт двух улиц. Это Набережная и Нефтяников. В связи с чем было принято решение приостановить маршруты внутригородские и запустить их только в начале учебного периода. С 12.09 ориентировочно мы запускаем внутригородской маршрут, который будет курсировать по городу. Он будет немножко модернизирован и уже не будет два направления, то есть будет три стандартных маршрута, которые будут двигаться по городу.